В центральном зале Дворца спорта имени Гамида Гамидова прошел чемпионат и первенство Дагестана по тайскому боксу. На установленных Федерацией Республики данного вида спорта двух рингах выступало более 250 спортсменов со всего Дагестана. Возраст спортсменов 10-11 лет. Список по регламенту. Весовые категории с детей с 30 кг и до плюс 73 и взрослые с 48 и свыше 90. Профессиональный уровень высокий. Хорошие команды, судьям иногда даже трудно выявлять победителей, настолько конкуренция сильная. И тайский бокс развивается, популяризация, вот для этого мы и проводим соревнования в конце года, чтобы откатать ребят, и новые ребята появляются, звезды, и неплохой уровень. Данный турнир проводится с целью популяризации тайского бокса в Республике Дагестан. Дать возможность проверить свои силы молодым спортсменам. Тем, кто только начинает, отмечают представители федерации этого спорта в нашем регионе. Мухаммад Умаров – один из тех, кто входит в этот список. Юный тайский боксер одержал победу во всех выступлениях и стал победителем. Это чемпионат Дагестана по тайскому боксу. И у меня было два соперника. Это один из Буйнакса, один из Батайорта. У него сека была хорошая. Благодаря соленья тренера я выиграл этот бой. И благодаря родных пап и мам, кто меня поддерживал. Молодой спортсмен занимается тайским боксом на протяжении 2 лет. Выступает в весовой категории 28 килограмм и довольно успешно на рингах по всей республике. Мухаммад является победителем турнира в городе Буйнакск Кизилюрте, в столице Дагестана, а также не так давно выиграл турнир всероссийского масштаба «Кубок имама Шамиля». Как отмечают наставники спортсменов, большое внимание на сегодняшний день со стороны руководства республики уделяется именно юным спортсменам, и результат соответствующий. Ну, часто здесь проводят у нас Дагестан. Ну, молодые ребята очень техничные, мировой уровень даже. Есть пацанчик, который вырастет и покажет хорошие достижения на мировом уровне. Я думаю, в будущем. По итогам турнира 3-е общекомандное место у Хасортовского района, 2-е у Кизилюртовского и 1-е – Кубок чемпионов у северной столицы Дагестана. Все призеры и победители получили дипломы соответствующих степеней, медали, а обладатели золота – почетное звание чемпиона Дагестана по тайскому боксу. Арслан Дациев, Магомед Тимерсултанов, информационная программа «Пульс».